Недаром на трассе Moscow Raceway развивается более десятка флагов. Нередки случаи, когда зарубежные спортсмены приезжают на подмосковную трассу для участия в гонках. В частности, в одном из самых крупных российских соревнований Moscow Classic Grand Prix. На второй этап классических кольцевых гонок приехало более 30 спортсменов. Большинство из них — это москвичи и жители ближайших городов. Но были и те, кто уже не первый раз преодолевает сотни километров, как, например, эта команда из Минска. У нас еще есть час, но у нас немножко поломался мотор, поэтому мы должны успеть его отремонтировать. Накануне белорусы долго размышляли, куда же отправиться им в этот гоночный уикенд. В Москву или на эстонский гоночный трек Пярну. Выбор пал на Moscow Raceway. Сегодня на старте 36 машин, а там может быть до 20. Поэтому здесь интереснее ехать. Итак, раз за разом преодолевая неисправности, энтузиасты упорно продолжают выезжать на трек. У нас такая техническая проблема, она уже не первый раз. Мы ходим по боксам, спрашиваем, вот были вынуждены, он сказал, что это проблема новых запасных частей. То есть старые моторы, запчасти новые, и есть нестыковка. Это автоспорт, говорят они, и продолжают крутить гайки. Есть прям героический мужчина из Германии, Хайди. Он преодолевает 2000 километров для того, чтобы у нас здесь поездить. И у него, причем, не всегда гладко все получается. В прошлый раз он приехал, у него автобус сломался. Сейчас он приехал. Другие там проблемы на границе произошли. То есть, тем не менее, он мужественно все преодолевает и с нами ездит. Увы, на вторую гонку минчане так и не смогли выехать. Механикам попросту не хватило времени на устранение неисправностей. Но это никак не помешает белорусским энтузиастам вернуться на подмосковный трек на следующих этапах.